документальный кинематограф 60-х годов прошлого века назвали «золотым веком научно-популярного кино». Мы хотим вспомнить некоторые его страницы, ставшие бессмертной классикой. Нам нужно человек 20 для первого эксперимента. Вас проведут в помещение для испытуемых. Тут дверь, пожалуйста. Начинаем эксперимент. Пригласите, пожалуйста, первого испытуемого. Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень опасного преступника. Ваша задача заключается в том, чтобы вы, глядя на эту фотографию, дали психологическую характеристику этому человеку. Мне кажется, что этот человек хитрый. Так. Замкнутый, скрытый такой. Так. А в чем проявляется его хитрость, лукавство? Черты лица сейчас какие-нибудь обнаруживают эту особенность? Глаза, вот, особенно его глаза говорят о нем, что он такой подлый, да. Холодное лицо у него? Да, неприятное. А вот преступное начало, что в нем выдает, в его лице? Глаза. Глаза? Да. А что в них, в этих глазах? Холод. Холод. Ну, я бы сказала так, что это человек очень злой, человек, на которого трудно положиться. Потом видно, что он очень бывалый, это... Я бы сказала, ну, помимо того, что у него на лице шрамы, нос разбит, но и само вот лицо уже как бы вылеплено. С годами уже в лице вырисовались какие-то определенные черты, изобличающие жестокость и непреклонность этого человека. У него вот подбородок очень такой выдающийся, как обычно бывает у волевых людей. Потом нос какой-то очень топорный, очень грубый, который не бывает обычно на лицах интеллектуальных, а свидетельствует скорее о какой-то узости и ограниченности взгляда этого человека. У него очень жестокие глаза, очень какие-то неприятные, холодные глаза. И вообще выражение лица какое-то очень суровое и какое-то и жестокое. В общем, конечно, об этом человеке трудно сказать что-либо хорошее. Спасибо большое. Сядьте, пожалуйста, в первый ряд. Вон, к той девушке. Взгляните, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень большого ученого. Ваша задача заключается в том, чтобы, глядя на эту фотографию, вы дали психологический портрет этого человека. Конечно, мое мнение чисто субъективное, и, в принципе, по фотографии довольно трудно сказать что-либо. Но в данном случае можно сказать, что это человек довольно умный, у него пристальный взгляд, взгляд пронизывающий, буквально прямо как рентгеновские лучи. Человек, очевидно, все-таки очень деятельный и в то же время мягкий, добродушный. В общем-то, на него можно положиться. Ну и вообще, очевидно, это все-таки хороший человек. Спасибо большое. Садитесь в первый ряд. Ну как, поглощен работой, я бы сказала. Так. Увлеченный вообще, наверное. Вообще серьезно, но, наверное, немножко с юмором. Серьезно? Да. Хорошее у него лицо? Лицо, ну, приятное. Приятное лицо. Да. Добрый он человек. Да, наверное, добрый. Детей должен любить. Детей должен любить. Очень хорошо. Это вор-рецидивист. Взгляд, ну, как бы, нечеловеческий, негуманный взгляд. Похоже вообще, что садист даже. Он, наверное, много пьет. Оттуда все следует. Известный ученый. Глаза у него сощурены по-доброму. Добрый прищур, да? Да. Мы видим то, что хотим увидеть. Психологическая установка – это неосознанная настроенность, готовность что-то воспринять определенным образом. А мы считаем, это мое мнение. Я в интернете смотрел. Зал людей,
Или в интернете не факт в том, что видел, да? Такого зала людей сидит. То есть ведущая выходит и говорит, да, сейчас мы, говорит, эксперимент проведем. И фотография большая. Это сам лично видел, как говорится, недавно, да? Большая фотография человека, и это вышло из зала объявляет, сейчас, говорит, эксперимент проведем. То есть заводят человека, девушку завели, и показывают на фотографии, говорит, вот эта фотография, говорит, да, человека, который рецидивист, говорит, убийца. Что вы можете про него сказать? И оно начинает, вот по его глазам можно сказать, что он очень злой, у него стеклянные глаза, морщины между бровей, говорят о том, что он ненавистник, там, да, что такой неуравновешенный по его, да, ты понимаешь, вот так вот, все, ох ты, смотри, вот это да, да, то есть как она оценку дала. Увели ее, завели другую же девушку. И говорит, посмотрите, пожалуйста, вот это, говорит, фотография, говорит, великого ученого, который много всю свою жизнь, то есть для блага общества потратил, что вы можете сказать нам на эту же фотографию? Она говорит, да, у него, говорит, очень проницательный вид. По его глазам можно сказать, что он добродушный, нет. Он начала, и все, короче, ай, да ты чё, ха-ха-ха, смеяться начали, понял? Она не может понять, что они смеются. То есть, это о чем говорит? О чем говорит? Да, о том, что как человеку дашь информацию определенную, да? То есть на основе вот этой предварительной информации начинает делать какие-то выводы. И это есть неправильно. Теперь, если мы посмотрим на сегодняшний день, что произошло? Что произошло? Иди скажи мусульманину, да, что людям, которые, вот как брат говорит, смотрит, не пьет, не курит, не матерится, не гуляет, да? То есть не обманывает, помогает всегда. Иди скажи какому-нибудь человеку, он плохой. Он скажет, ты что в нем плохого? Он тебе что плохого сделал? Он кому что плохого сделал? Он же всегда помогает. Он не обманывает, он такой, он такой. То есть хорошие качества в человеке видны, его действия, да? Не получится. Поэтому что нужно сделать государству? Вот это мнение нужно было сформировать. Негативное мнение сформировать. Поэтому мы что видим? Именно шла работа по формированию мнения. Террористы, да, исламские террористы взорвали метро. На тот раз показали, понял, с бородой там этот намаз читает. Между строк. Понимаешь? Второй раз взорвали то. Раз добавили ваххабисты, исламские террористы, ваххабисты, взорвали то, того убили. По новостям это показывают, если мы посмотрим периодически, да? С утра до вечера. То есть самолет захватить хотели, исламских террористов это, да? Здесь людей, заложников убили, понимаешь? Там то захватили, здесь это захватили. И постоянно террорист, ваххабист, исламист, экстремист, то есть вот... Показ Бен Ладена этого, одного и того же с автоматом, понимаешь, одну и ту же фотографию, да? То есть одно и то же, что он там говорит, Аллаху алим, что он вообще там говорит? По-арабски что-то говорит, может он всех с праздником поздравляет. То есть они вместо него одно и то же постоянно комментируют, понимаешь? Это приводит к чему? Приводит к тому, что у людей уже определенное мнение сформировано. Да, если ваххабист, то уже не смотрят, что он делает, хороший он делает, или уже не смотрят, уже все, у него есть, да, ваххабист это значит террорист, экстремист, он что-то взорвать должен, убить кого-то должен, безмозглый такой тип, короче, понял? Экстремист одним словом, террорист, все, этим все, понимаешь? Вот это у людей уже сформировали. Теперь, если в обществе появляются люди, которые начинают призывать к полному претворению ислама, вот этот готовый ярлык уже на него берут и говорят, был ваххабист. И все, понял? Уже объясняй ему после этого, не объясняй, у него уже все сформировано. А тот традиционный, который келеджи, амиге, к примеру, да, пришел, альхамдулилля, Аллах обулается, намаз почитал, но за пределы этого не выходит. На выборы пошел, там, за куфара, там, проголосовал, понял? Там, нет-нет, на свадьбу с Митой приходит, понимаешь? То есть это нормальный.
Это нормальный. Понимаешь, это не ваххабист. Понимаете, да, что сделали? Разделили. Поэтому это именно ваххабисты, террористы, пятый, десятый, это все направлено против тех людей, которые искренне хотят полного претворения ислама в этой жизни. Да, и салафы наши братья, и хизби, да, и все, кто, альхамдулиллах, работает на пути претворения, и ваххабисты, как их говорят, да, любой мусульманин, который работает на то, чтобы установить законы Аллаха, субхана ва тааля, на этой земле, куфары вот на всех на них вешают, вот это, понимаешь? Вот для чего это сделано. И вот это кем сделано. То есть это специально сформировали картинку вот эту и на всех неугодных вешают. Понимаешь, если ты будешь говорить, есть, там что вот Ющенко, там Россия, Путин, Масхаб, то есть там уже мне смешно, да, иногда, субханово, там ислам по масхабу Путина должен быть, понимаешь? Путин выходит и учит, как мусульманам и что надо делать, понимаете? Если вот такой ислам притворяешь, руки целуешь там попам, да, вот видели, наверное, на интернете, да? Верховный муфти России там лобзал руку, астахфирулла, патриарху всея Руси, вселенскому там мембру Шигерсу. Вот такой ислам, зеленый свет, вот такому исламу зеленый свет у них там, понимаешь? А если ты говоришь, ты, надо вот полностью ислам, то тебе ваххабист, террорист, тюрьма, там, пятое, десятое и все остальное. Вот что происходит. Алхамдулиллах. Дуа прочитай. Прочитайте, братья, дуа. Прочитай, брат. Не прочитай. Очень лайк. Банда Ирки сгин лайк. Мы старше, давайте. Алхамдулиллах, 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 Роббил аламин, вассалату вассаламу аля Расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Пусть Аллах Субхана ва Тааля простит нам все наши грехи, иншаллах. Простит грехи всех мусульман. Пусть Аллах Субхана ва Тааля укрепит наши стопы на пути ислама, иншаллах. Пусть Аллах Субхана ва Тааля поможет нам в распространении ислама и восстановлении его законов на всей земле, иншаллах. Пусть Аллах Субхана ва Тааля дарует нам джаннат по милости своей, иншаллах. Альхамдулиллахи Роббил Аламин. Пусть Аллах Субхана ва Тааля прольет терпение, иншаллах, на всех братьев и сестер, на всех детей, всех нуждающихся, субхана Аллах, которые нуждаются на сегодняшний день в помощи, которые вот конкретно страдают, да, на пути Аллаха, на пути ислама, и которые находятся в угнетении, да, этих куфаров. Пусть Аллах Субхана ва Тааля прольет на них терпение и в скором времени дарует помощь и победу нам, иншаллах.